6 утра. Это орел вылетел на охоту, выискивает жертву. Но наши куры под защитой, поэтому не страшно. Вот еще один. 6 утра, а люди вовсю работают. Вот там. Ну как тебе приспособа? В говне, ну, ну это ничего страшного. А ты чего, Олег? Это ты ему вчера воды налил? Куда? В бутылку в эту. Он ее вчера гонял по всему участку. А он постоянно ее что-то цепляет. Я по несколько дней, по несколько раз на день наливаю. Он уже хочет в курятник попасть. Скоро, скоро. Скоро пить, скоро. Так, я сегодня целый день, можно сказать, ничего не делал. Единственное, что съездил, купил шурупы, потренировался, купил мясо. Вот оно варится у нас тут. Маечка сегодня будет делать синеган на бабуй. Очень долго варим мясо, оно в шубу мягенькое, было вкусно. Вот. А, смотрите, у нас здесь уже так вот все чисто. Там какой-то шум. Какой-то шум здесь. Что за шум? Мамаечка убирается. Потому что наш забор покосился. Вот, но мы этим позже займемся, наверное. Мамаечка. You want to do this? Yes. Okay. I will help you. I wanna go there. You wanna go there? And no, I clean this. I think it's better if I clean this other thing. Ивана Окера. Wait, I will help you. Сейчас буду мальчику помогать. Куда тебя понесло-то, эй? Орел. Ёшкин кот. Видишь, наш заборчик-то покосился. Какой покосился, его снесли к чертовой матери. Окей. Май, бантай, don't touch anything there. Ой. Солнышко. Ну, but don't touch anything. Yes. О, сиди. Так, Маечка хочет здесь бамбук применить. Бамбук? Для этих самых, ну, стойки? Да, на данный момент, чтобы... Да. Вот это, кстати, они собирают и отвозят Карабаху. Коровам, да. Yeah. Они их едят. Вот. Попробуй. Это... Попробуй, вкусно? Не, нет? Она не вкусная, она даже не сладкая. Ну коровы же едят. Yeah, very fast, да? Да. Мальчик. Бантай. А вот это вот вкусно. Вот что ты делаешь, а? Ты бы лучше на участок там забросил, он бы пророс. Подванивает, ну потому что у нас все отходы сюда. Стекают, а здесь подваливают. Зато земля хорошая будет через какое-то время. Когда вонять перестанешь. Угу. Так. Сладкий. А как, еще бы. Как вот этот самый кубик сахара берешь и вот грызешь его то же самое. Тебе сахар не надо сейчас, ты не на тренировку идешь. Вкусно. Я тебе кину. Сейчас почищу немножко, может. Заборчик восстановим немножко. Но они его все равно потом завалят. Да, еще карабаки будут гулять тут. Ну, по крайней мере, будет видно. А я тут раньше ходил, камни собирал, и вот часть камней в той стенке. Так и я тоже кидал. А. Мы оба воровали. А что делать-то?
Надо. Ты мне мачете мой не тупи. Вот забор получается. Вон туда. И он туда должен идти. Они его завалили, он сюда. А, мы же сейчас можем забор восстановить. Ну, не сейчас именно, а может сейчас, пока я... Пока ну, я прям сейчас вот будешь на ночь глядя. Да. Сейчас Синеган Бабу есть будем. Нет, Синеган Бабу мы позже. Скоро все равно же. Вот диваня сейчас стоит, там как раз стойка. Видите, насколько забор... Забор ушел. И он выходит туда на пень. Он на тот прямо пень вот стоит. Стойка была. Вот стойка, вот он стоит. Стоит полметра уже. И так пошло и пошло. То есть то место, вот где у нас растет, где-то 2 метра. Вот так, да. Так все нормально. Ну что есть, то есть. А мы раньше боялись, что ну когда они подпалят, то у нас там что-то сгореть может. На самом деле нет, там они смотрят, ходят, чтобы огонь дальше не пошел. Когда я был пожарником по лесу, да, у нас это называлось карауливание. То есть оставляли группу, которая следила за пожаром лесным. Его уже потушили и смотрели. РВУшки у них там были, в общем, всякое. РВУшки это ранцевые лесные опрыскиватели. Смотрите, у нас есть вайер, провод, да. Линия электропередач. Блин, как красиво это здесь, ёбкарный глаз. Да, вот это у них, похоже, сидушки. Поэтому пока что брать их не будем. Да, мы пока не будем, эти Ваня он взял один, он вытащил вот. Вон они же там. Я бы вот этот вытащил, мне кажется, я бы тоже его тащил. Но попозже, да? Вот здесь они сидят. Да, вот тут у них, видать, место отдыха. Я частенько вот такие штуки видал. Да, видите, как все просто сделано. Да. Как это называется? Бивуак? Или бивак, я не буду, я забыл. Уж меня простите, конечно. Не бывает. Петрунди. А, кстати, совсем скоро у нас будет желтые цветочки, его был. Да? Петрович, ты в курсе? Желтые цветочки у нас скоро будет, его был. Да он прячется. Котлован. Мумаечка уже полила участок фрограсс. Так, а мне надо наш чили взять. Сейчас мы покрупнее возьмем. О, какие, сколько их тут, смотрите. Слушай, так, вот он. Да. А, раз. Брат, да? Да, вот они. Да, вот. Да. Чили. Так, кстати, смотри сюда. Иди. Если приглядеться, уже да. Пошли цветочки, скоро будут. Здорово, да, вот это все хорошо растет. Мы тот, который, да. Обязательно, вообще, блин. На нем любят желтенькие птички сидеть. Красивые такие. Петрович. И Петрович будет ловить. Мурмяр. Посмотрите на Ампалаю. Пап, подойди к Ампалае, покажи, какая она здоровая. Ага. Ну вот. По самой пуп. Сколько сантиметров? Не знаю. 80? Ага. Ну не, да, 80, наверное, да, есть. Вот так. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, полметра точно. Полметра, да? Это какая-то загогулька вообще. Я не знаю, это вот хербал. Но самое главное, что Петрович с нами. И что вот это начинает плодоносить. Супер. Маечка. А, бананчики. А,
начинает спеть, да. Скоро, скоро, скоро. Будем есть. Я думаю, еще недельку и будем есть. Да, еще и для того. Вуаля! Так, у нас тут гости. Пришел Карабао. Вот это вот очень... А, я уже говорил, по-моему, что это едят коровы. Люди собирают коровы. И карабао тоже нравится. Мамочка развела костер опять. Кричит меня, боится, что он очень сильно разгорится. Как в тот раз, когда она бананы... Ну, я там когда чистил, траву оставил, и она загорелась. Вот, и бананы немножко подгорели, но они не страшны, их все равно чистить надо. Не эти, а вон те. У нас там еще одни бананчики. Mulberry. Так, вот наш синеган. Бабуй. Синеган на бабуй. Да, вот такая вкусняшка, мальчика. Обалдеть. Это моя любимая, да. Моя тоже. Особенно с бабуем. Угу. Там жирочек и мяско. Ну, жирочек для... Кошули. Ему мальчики. Она мяско любит, да. Доброе утро, друзья. Пока мой чайник там стоит, заваривается, я, показав вам вот эту вот хитрую морду, хочу сказать, что у нас сегодня будут тут радостные события, потому что со сранья, я не знаю даже сколько времени, сейчас, наверное, около 7, пришли люди, вот стали отгребать. Вон они там работают, мне как-то не хочется особо выпячиваться. Да, будут же сейчас, скорее всего, все это спалят, потому что он там уже дым стоит, да, он отгребает. Вон тоже еще один мужчина. Да, значит, скоро здесь пойдет работать карабао. Наковыряют они бороздок, понасажают туда тростник и опять его посадят. И будет у меня здесь халява по поводу сахара, да. Вот. Все, вот, радуюсь этому проводочку. Вот. Подключить-то они его подключили, но когда это все дело будет уже на постоянной основе, потому что ну, света у меня здесь нет пока. Это все подразумевает действие со стороны вот этой вот энергоснабжающей организации. Вот. Они должны прийти, проверить, поставить счетчик на столбе, ну и, соответственно, включить вот это вот электричество, электроэнергию. Вот. Если кому интересно, то здесь электроэнергия не 220, это 110. Но могу вам доложить, шарахает она... тоже не слабая. Как-то Батахон Дако перебирал у Эрнеста, короче, всю электрику проверял, у него еще там не работало, проверил все, но меня почему-то отключал я автоматы, но меня все равно шарахало. А почему шарахало? Потому что мне надо было проверить, что работает, что нет. Бьет, ребята, так сильно, просто сильно, очень сильно. Майон Бутак! О, ребята уже запалили. Красотища. Ну, правда, накрапывает дождик такой непонятный. Я думаю, все это сгорит. Да. Тут нам писали, сгорит ваш домик, чертовой матери, когда будет сжечь. Ну, посмотрим. По крайней мере, у меня вода, вон шланг есть. Залью, если что.
шучу. Хожу босичком, как в детстве. Тепло. Тут постоянно вот пишет этот преобразователь погоды, что у меня 31-32 сегодня должно быть. 32 и 26 минимум. То есть вот постоянно, хоть ветер, хоть не ветер, температура одна и та же. Единственное, что вот когда сильный, башку продувает, выдувает все оставшиеся, как у меня дружок говорил, мазёки. Думаю, вот этот вот кустик сегодня срубить. Немножко освободить, чтобы было видно, что я там наделал. Растет у меня потихоньку еще одна компостная куча, вот так прямо смотреть. Вчера убирал там. Ну и также мы с Ванюшкой пожгли там. Если видно отсюда, то как раз вот прямо выгорело немного. Специально подожгли, чтобы ну не таскать в компост. Там одни кусты противные, вот эти вот веревки, которые тянутся на 5 метров, растения такие. Противные, до ужаса. Граблями работать невозможно. Руками приходится все делать. Руками. Ну ладно, пойду пить чай, пускай ребята работают, не смущают, может их смущают. Огонь завораживает, да? Можешь смотреть долго. Ай, Майон вот так. Майон вот так нарисает. Доброе утро. Давайте полюбуемся. Почему люди смотрят в огонь? О чем-то думают. А животные боятся его. Красота. Вон тепло. Чтобы эту штуку снять, надо открутить вот этот болт и вот этот, который фиксирует. Потом просто вот так вот снимаешь и все. Там ничего такого нету. О, набилось грязи тут всяческой. Да, надо смазывать. Ну ладно, короче, еще надо вытащить вот этот увал. Тоже его надо подмазать, потому что он там внутри втулка садится. Ну, естественно, вибрация уйдет, там еще что-нибудь уйдет. Разбирать я его не буду, у меня нету съемника стопорных колец, поэтому просто забью туда смазку, как только смогу. Ну и буду дальше работать. Нашел способ, да, сначала накладывал туда смазку, потом вот этим вот шурупом туда закручивал, да. Сейчас беру просто вот так пальцем туда. Раз, и он туда ушел. То есть
без шприца, но делать можно. А может, кому пригодится. Надо, чтобы вот с этой стороны полезло. Пока не лезет. Как вот так? Мазать и пальцы не испачкать. Это же не по-нашему. Вот вам метод пригодился. Все, полезло. Больше ни к чему, а то будет все закатано. Все забрызгает. Все забито, ребята. Так что задача выполнена. Так, я не знаю, видно, нет, ну вылезла оттуда этот смазка. Все хорошо. Все, встало. А теперь можно все закрутить. Теперь можно даже камни рубить. Я шучу. Поруби. Так-то потом будет удобнее ветки выбирать, чем с этой травой сухой. Попробуй, которую выдери, все. С ума сойти можно. Я попробовал, не хочу. Пускай лучше горит потихоньку. Заодно и кусты подсушат. Потом их легче косить будет. Ну куда, куда, куда? Туда не беги. Там огонь был. Вот. Все лягухи удрали оттуда. Кто в лес, кто по дрова. Это вот здесь у меня была травишка. Скажем так, я ее поскосила, собрать не успел. Огонь помог убрать. Спасибо. Самое то. Грабельками прошел, все это разровнял аккуратненько. Сейчас вот возьму эту мотокосу и начну опиливать то, что видно. Да, никуда не надо бояться. Не надо что делать. Красота, да и только. Подождал, когда выгорит, и все. Вот здесь прошел по границе леечкой и хватит. И там еще дерево спас, он, видите, да? Так что все. Теперь только вали. Вот, это свалю, потом опять так же сделаю. Как это называется? Подсечное хозяйство. Да, ладно, буду подсекать дальше эти кусты, потому что мне уже самому интересно больше освободить. Ребята приедут, офонареют. И главное, ругаться не будут. О, где-то вонючка пошла. А ничего, долго не будет. А, вон там. Чутка. Ну, это ерунда. Там листья просто были. Все, ребята, погнал я. Не прошло и полгода. Вон, видите, там пенек дымится. Ай, пускай пыхтит. Может, он и в земле там выпыхтит все. Вот дошел до туда, все, больше не могу. У меня сил уже нету. Силы остались только на то, чтобы чай попить, посидеть и начинать убирать вот это вот дерьмовцу, куда-то складывать, потом, чтобы сжечь у чертовой бабушки. Ну, может, и не бабушке, а в золу, в землю, чтобы ушло все это. Вот. А уже в компостик я буду запихивать ту травку, которую буду струной фигачить. Не струной, а это леской. Так что все. Все, в принципе, как по технологии. Предписано, написано, записано, рассказано и показано 1000 раз. Блогерами и просто пользователями. Да. Петух соглашается со мной. Молодец. Сегодня у меня эти сподвигли на этот подвиг.
которые сожгли тростник. Вот, и я тоже пошел по их пути. Честно скажу, когда вот здесь горело, я так боялся, что у меня он перекинется на тот компост. Ох, было бы здорово. И нафиг и туалет бы сгорел, и бабуй хаус, и чикен хаус этот, короче, все бы сгорело. Все, пошел отдыхать, ребята, не унывайте. Я вас еще чем-то порадую. Не успел, а чай попить. Весь выпал. Приехали ребята, и Ваня мне дали такую штуку. А я сегодня только рассказывал, что у меня загибаются диски. Во, стоит она почти 400 рублей, да, где-то? Вот. Но тоже двухсторонняя, трехлопастная и такая тяжеленькая. Ну, посмотрим. Сегодня мы собираемся посадить там. Не сегодня сажать не будем, мы сегодня будем готовить место для посадки куста. Ваня покажет, что за куст, и расскажет, потому что я в этом нифига не понимаю. Апдейт по нашим баранчикам. Смотрите, какие желтенькие стали. В общем, сейчас покажу, что у нас тут растет. Так, мы сегодня с мамочкой купили крыжовник. Вот он такой красивый. Называется Кариса Каранда. Вот так она выглядит. Можете мое отражение посмотреть. Вот она. Ну, я, наверное, вставлю картинку дерева. Но это не дерево, это куст. Вот. И также у нас есть... Мы недавно тоже ездили с мамочкой в город. Покупали там... Бенгай называется дерево. Тоже там у него фрукты такие небольшие, вкусные. Ну, не вкусные, я еще ни разу не пробовал. Будем пробовать, когда он подрастет, конечно. Так, вот оно у нас растет уже. Так, это у нас бигнай или саламандровое дерево. Я тоже картинки вставлю, покажу, как оно будет выглядеть. А батя сейчас собирает здесь кучу. Будем опять Саид, жечь. Поджигай. Поджигать? Сейчас прям? Да. Или это самое давай, еще? Давай, давай, я лучше подкинуть буду, чем будет вот такая. Дрова. Уходи отсюда. Слушай, а что спички? Противопожарные, что ли? Специально, да, такие. Специальные? Да. Специальные противопожарные спички. О, видишь? Все, сейчас удивится. Все. Ну, забирай. Надо. То есть я буду контролировать сразу. Сразу подкидывать. Чтобы не было особо большого огня. Потому что если мы до вечера не успеем, то нам надо завтра будет сажать. Вот. И мне еще надо как-то вот впустить его запалить. Надо попозже. Видишь, как горит? Mm-hmm. Да. Я сегодня выжигал, так поэтому знаю. Так, по пальчикам у нас растет. Может, она, слушай, вот прямая, по пальчикам? Да, возможно, слушай, будет небольшой садик у нас. Сад. Потому что наш рамбутан, наши, почему говорю, наши эти самые, не рамбутаны, а махарлика, это махарлика. Махарлика рамбутан. То есть рамбутан, он немножко такой кисловатый и тяжело косточку отделять от мякоти, а вот это она прям хорошо отделяется и сладкий плод. Вот один, вот там второй. Все, оклемались, нормально уже, больше не гниют. Правда, их кто-то ест. Погодка сегодня класс. Петрович отдыхает. Уморился малыш. Да, Петрович? Устал? Устал. Ну, вот, пожалуйста, мы избавляемся одновременно от муравьев, потому что это вот зола от муравьев, и тоже ее удобряем, вроде как.
Но я не думаю, что тут много будет хороших полезных веществ, но тем не менее, хоть что-то. Ну и главное, что выгрызть вся эта гадость, а? Легче перекопать мне потом будет. И перекопать легче, и растение будет, ты не будешь вязнуть в этой траве. Постоянно трава мешает. Кусты, ладно, были бы одни кусты, я бы их спилил. Вот так попробуй. Вот пускай живет этот огонь. А мы потом будем... это тоже так сделаем. И все будет ровненько, аккуратненько. И когда ты проходишь леской, уже у тебя другая трава меняется. Да. И еще если будем подсаживать, перекапывать и подсаживать, вообще будет шикарно. Вот там загорелось тоже, смотри. Ну хорошо, пускай горит. Вот это подвешено. Сейчас все ушло. Так, у меня высчитывается видео. Мы еще пока что используем вот эту вот штуку в блюете, поэтому у нас здесь тихо. У нас еще нет электричества, просто линию привели. Я сегодня говорил об этом. Да, говорил. Ну вот, я еще повторю. Поэтому мы сейчас вот этот свет не используем, чтобы подольше хватило, потому что мне еще надо ролик укладывать. Но мы все равно бурбур включим. Да, потом. Я вчера пытался, он мне не завелся. Не запустился? Нет. Чего? Не знаю, заглох. Так, Маечка у нас тут готовит. Что же будет готовить Маечка? У нас всех сейчас кусают комары. Вот, приспособа такая вот для комаров, чтобы не кусали. Кокосовая шелуха вот это вот и что-то еще. Просто горит. Так, вот наши перчики. Да, мы срываем зеленые, нам зеленые нравятся. Обычно вот так. Это вот ингредиенты, морковка, лук, имбирь и томат. Маечка будет делать теляпию. Вот мы там теляпию купили сегодня в кисло-сладком соусе. А туда еще и пойдет чеснок. Вот. Купили сегодня вот эту вот рыбку красивую, теляпия. 3 штуки, 10 килограмм. И чоп-чоп. И чоп. Масама. Кана. Удиба. Вот наша рыбка. Мама приготовила. Будем трапезничать. Ну вот такое вот доброе утро. Все окрашено. Петухи орут. Это мой будильник. И там тоже красиво. Отошел, да? Привет. Петрович уже трескает. Он по-другому не может. Сегодня ночевал, видать, на улице ночевал. Проголодался, видать. И я только дверь открыл, сразу мяу, и уже здесь. А вот у меня пятно. Теперь я отсюда вижу лестницу. Спокойно причем. Может прям так идти, раз. Шик. Сегодня небо с облаками похоже на оникс мраморный. Красиво как, а? Ну как не любить свою природу? Как не любить всю вот эту красоту? На выжженное не смотрите, смотрите на небо.
Нет слов. Он с горки. Туман уходит или облака. Скорее всего, туман. Там тоже небо окрашено. Просто обалдеть. Скоро начнется день, начнется новая жизнь. Луна еще светит. Какой-то у нее нереальный цвет. Свет, не цвет. Пойду петухов кормить своих. И чирикинов. Бананчики позреют. Скоро я их съем. Собака порылась. Вот где собака порылась. А порылась она потому, что ребята здесь закопали кишки рыбные. Ну, видать, не так глубоко, она пришла ночью и разрыла тут все. Там даже след остался. Как видите, собаки надоели, собаки. Ничего, пускай ходит, пока. Будет ограждение, никто сюда не пойдет. Ну, а пролезет где-нибудь, мы дырочку потом заделаем. Только и всего. Странствующий попрошайка. Да, Ташуля, ты знаешь, это он такой. Это ж Петрович. Иди давай. Дал бы тебе пендель, да жалко. Иди давай. Бурмяный. Кошмарный. Таша ждет. Чтобы получить помоечки. Да? Ах ты, малышка. Мяу. Сейчас я тебе дам рыбки еще. Не? Вот проклят, а? Тебя легче убить, чем прокормить. Вы знаете, где летчики тренируются, а? Чтобы пока не летают. На симуляторах. А вот это вот называется хвостатый манипулятор. Вот он трется вокруг меня и выпрашивает еду. Приходится вот давать ему вот такую вот макрель. Целая мега. Ой, такие наши российские консервы. Похожи на... Ну, короче, на рыбу, которая в масле с этим, собственным соку. Вот. Кошачий корм получается раза в два дороже. А кошарик это трескает, только... Ну, не буду говорить, что. У него скоро и репа треснет. Ладно, буду кормить. Это его мисочка. Ну все. Полбанки, да? Сейчас мы посмотрим. Ну-ка, лопай. Равняй. Мочку с чем-то. Нормально. Ну, видите. Пока водичку выхлебает, потом рыбку съест. Ну и кости тоже доест. Таскаем с батей камушки потихонечку. Ну, ты видал, что я нанес? Показывал людям. А, вот эту красоту, да. Как осиновики. Вот, набрали там. Ну, блин, тяжелая, вот этот мешок тяжелый. Да. Ну да, килограмм 15. Да? Меньше 15. 15. Фух, пойду еще потаскаю, пока давай. Есть возможность. Так, вот у нас такой есть. И вот мы еще вот такой купили, ну и такие диски, как я показывал. Да, слушай.
Но, конечно, лучше, который по 100. Ага. Потому что, ну, этот все-таки раза в три дороже. Угу. Почти. Ну, 280 писа. Двадцатки. Ну, бог с ним, два таких и пять других. И будет как раз на 1000. Вот. Можно так, а можно и это. А что не рисует так? Я знаю, что он так идет к этой грани. Можно и этой грани. Все равно. Вот эти мне радуют. И вот эта тоже штука такая же. Она хорошо, хоп, если замялась, то мы же вовремя, да? Да, да, да. Я ее отбиваю и все. Единственное, что у меня наковальники нормально нету. Очень неудобно ставить, потому что, естественно, она выпадает оттуда. Но и переворачивать нельзя, потому что это четвертакник. Пожалуй, это единственный его недостаток. Но я могу так поставить, как положено якобы. Оно положено, она сами знает, что делает. Накладывает накладку. Самое неприятное, то что она выпадает все время у меня, потому что ее выдвигаешь, она раз, все, теперь все. Так, и левая резьба. Батя отказывается от носков. А зачем носки, они нужны? Носки так? Не носит он. Этот он с одной стороны только портяночки соплел, а взял, перевернул обратно. Все, одел, пошел, опять ноги сухие. Что холод. Я помню, у нас в армии пацаны, чтобы по тревоге прыгать, а у нас он стоял прямо на границе. Вот так делали. И ноги задать. Раз такая. И все. Ну это она резиновая, понятно. Все. И так тоже было. Но это неверно. Потом все равно перематывать надо было. Можно было, если марш-бросок, то можно было набить себе конкретных мозолей. У нас почему-то все южане, все гнили там в армии. Фурункулы всякие, чири там, ноги разбивали в хлам. Да. Вот. Все. Вперед. Так, а где мои очки? Где мои очки? Кот забрал. Петрович, ты чего бежишь? Куда идем-то?